Приветяны игроманы, Роман Игроман у аппарата. И сегодня мы повезем рабочих на аварию, которая случилась возле электростолпа. Это РП уже довольно старое, точнее, это работа. Но я ее вроде бы не заснимал, и тут появилась вот такая вот грузовая буханочка. Я посмотрел, может, новая профессия добавилась, и, увидев старую, вспомнил, что я ее так даже не снимал. Ну, это, думаю, надо исправить. Покатаемся мы с таким вот имбовым цветом. Ехать нам совершенно недалеко. Также можно заметить, что здесь добавили дверные карты. Их раньше не было. Вот такая вот проработка. Кнопка аварийки также появилась на приборной панели. Там даже нарисован треугольничек, что довольно мелочь, но приятно. Рабочих так я и не увидел на улице, стоящих в ожидании такого вот бусика грузового. И внутри их тоже не смогу увидеть наверняка. Что же вы все такие здесь загадочные? Даже с вами поздороваться не могу в лицо. Вот это вот происшествие случилось между поселком Видоватого и Карнаухова. Нам нужно будет немножко съехать с трассы, поехать налево, проехать в поле где-то метров 50-60. Там говорили, что искрится проводка. Мы сейчас мчимся, я совершаю опасные маневры. И знаете, эта буханка довольно-таки энергийная. Может на запросто, просто на изи обогнать легковушку. Даже не какой-то там Жигули или Москвич, а целую Волгу. Видели, сейчас обогнал Волгу такси. Эта буханка будто специально сделана для таких вот опасных ЧП. Прет как сумасшедшая, будто ей вместо бензина залили в топливный бак энергетик. Упс, немножко задел я вишневую девяточку. Такой легендарный цвет, и так его испортить, испоганить, мда уж. А на буханке-то и не царапинки. Ладно, салфеточкой протер, и как новенькая. Тем более, здесь такой вот тусклый синий цвет, что даже и никаких мятинок, царапинок не видно невооруженным глазом. Также там нам навстречу выехала, даже был изначально не заметил, девятка, тоже синего цвета. Я каким-то чудом просто с ней распрощался, резко вернув налево, чуть не съехал в канаву или там в кювет, на обочину. Но все-таки смог воздержаться от удара, немножко задок москвичонка подпортил. Там вроде бампер перенес весь удар на него, если тут, конечно же, был. А вам не кажется, что вот этот вот руль новый, какой-то мультяшный, несерьезный, будто от какого-то ноунеймовского разработчика, который создал какую-то убогую игру? Лучше бы старый руль вернули, он был реалистичней. Но это РП уже, в принципе, подходит к концу. Сейчас работники будут чинить, хотя они почему-то не выходят, чилят там фургончики. Но вам спасибо, что досмотрели этот видос. Вам огромный респектос. И с вами я прощаюсь и говорю вам всем... До свидос.